Тредупопом. Это что, я? Я в шарике? Что я там делаю? Я в шарике. Вот те раз. Да-да-да, по размеру. Именно так. Че, две главы, что ли, остаются, по-моему? Где-то так. Так, что мы делаем здесь? Дверь светится. Нам нужно найти могилу Ньютона. Где она? Это? Что это? Как интересно. Но не думаю, что это связано с тем, чем мы заняты. Это может быть важным позже. Зачем вы это говорите? Что это, возможно, что... Какие игры потом будут? Ну, как бы все игры в списке написаны. Но сегодня потом будет... за гранью, две души. Будем продолжать. Не хватает памятника Шекспиру. Здесь говорится, что его забрали на реставрацию в лабораторию. Лабораторию. Да еще револьвер. Нормально, что мы по музею ходим, ящики открываем. Что это? Что это такое? Что это такое? Черное такое? Нет, не так. Ну ладно. Что-то черное. Зачем персонажи говорят, что... Типа это возможно пригодится позже? Что за бред? Что сейчас это не важно. Возможно, я вернусь к этому позже. Блин, какой... Так, а тут вначале слева что было? Здесь какая-то хреновина. Не пройти, но там... Чё это? Опа. Нет, тормоз. Окей. Типа, надо все тормоза снять. Окей. Теперь это можно сдвинуть. А зачем? Я не знаю, я тебе уже говорил, что я не видел Индиана Джонс ни одной игры. На пеку. Что вы делаете? Я просто хотел на это взглянуть. Ладно, это не важно. Давайте продолжим. Ты чё, как важно? Нет, не то. В смысле? Там замок висит? Наверное, я что-то упустил. А где мне взять болторез? Болторез нужен теперь. Ну пойдем в такой... В кладовое помещение. Сюда можно. Могила Ньютона. Уатер. Какого дьявола ты здесь? Хорошо. Привет, Босман. Ну, 20 к 1 в третьем забеге. Не, это ерунда. Если я столкну светильник в воду, охранника может ударить током. И ты станешь убийцей. По-моему, мы только что убили человека. На хуйня. Вообще ничего важного. Что это? Здесь что-то есть? А можно чуть быстрее, это будет скрутить. Вот оно. Как-то приколюха. Это Тайрекс. Это морпки Тайрекс. Тайрекс. Сегодня самая длинная ночь будет. Ты куда-то уезжать собрался? Самая длинная ночь это перед уездом куда-либо. А чё здесь как-то все хер пойми.
камера не меня. О, вот Майкл Ньютон. Могила сэра Исаака Ньютона. Хорошо. Что говорится в следующей части свитка из Криптекса? Как он стан мыслью дерзок и свободен? Найдешь у сферы солнца слово ты. Интересно. На вершине пирамиды находится сфера со знаками зодиака. Кто там на этой сфере? Вот эта фигура олицетворяет астрономию. И кто это? Просто сидит. Ну ладно. Склоненная фигура — это Ньютон. Ньютак. Ангелы держат математическую формулу. Это что над ним, сфера? Уже посмотрели, да, сферу? Чё ты? Тут показано расположение планет. Оу, я кое-что вижу. Это любопытно. Похоже, дыра. Похоже, тут выдавлена лилия. Для чего это? Сложно сказать, но там еще есть маленькое круглое отверстие. Хорошо, давай попробуем пирс. Отлично. Я думаю, подойдет. Смотри-ка, получилось. Тут явно есть нечто большее. Что нам делать? Что-то случилось, но не знаю, что именно. Волончик. Внутри свиток. Волончик нашли. Похоже на серию из 5 разных стихотворений. Возможно, загадок. Угу. Дедушка бы расположил их в том порядке, в каком их надо читать. С чего взяла? Похоже, их написал Саньер. Начнем с верхнего. Да, давай. Отец английской стихотворной фразы. Нам был указан стрелкой счета. Его кентерберийские рассказы хранят понятие чести и стыда. Это про Шекспира. О Розе первой он нашел слова и в ямбах пел любовь и о страданиях. Однако в прозе ключ явится нам, вам, чтоб дать кольцу перевести дыхание. Сей дом построил тот, кто первый... первым еще ребенком Англии стал править. И здесь он нынче почиет в блаженстве сладостной исповедальне. Но помните, что слово, указанное бардом, освободить поможет другого короля. Роднёй приходилось Елизавете. Свой путь барон окончил в Сомерсете. А его мать солдатом убежала, хоть рыцарем пленилась поначалу. Это сразу все стихотворения нам показывают. Осмысли все, что видел, и вспомни рыцаря, что прежде всех идет. Его могилу сферу увенчает, а лишь только семя в лоно попадет. Первая часть стихотворения. Надо найти Шекспира. По крайней мере, мы видели только одного поэта здесь. Пока что. Может, сюда? Мы сюда ходили? Клуатр. Что здесь такое? Ну-кась. Опять этот пацан, который на протяжении всей игры, блядь, один. Один и постоянно один. Веревка идет от светильника наверху. Я смогу ее отвязать, и тогда светильник на кого-нибудь упадет. Кто-то вроде промелькнул в том направлении. Нормально. Прям хоба. Прям на башку ему ёбну. О, да. Реставрационный зал? Ага. Проверка связи, тип же вы профессионалы. Хорошо, тип же профессионалы. Так, вот этого надо завалить. Прям срочно. Вот, по-моему, какой-то жесткий. Да дай ты пройдусь, ела, блядь. Ненавижу, сука, этих компаньонов, через которых хер пройдешь.
Бум! Следующий. Невидимка ты. Ты невидимка, я тебе отвечаю же. Он его даже не заметил. Просто в упор перед ней стоял. Не ведьмая женщина. Вот этот поворот. Ну ладно. Не, ну с другой стороны, то, что они ее не замечают без меня, то это вообще нормально. Ну, иначе она меня просто палила бы везде. Привет, Максим. Стелса, вуман! Это может пригодиться. И это все? Гаечный ключ нам нахер не нужен, это оружие. Так, тут что? Спокойной ночи, Ленечка. Спокойной ночи, мистер Некрайтичка. Темная статуя. Слишком темно, я не могу понять, на что смотрю. Ты, блядь, слепой, что ли? Это же статуя Шекспира, ты, блядь, не видишь? Ты серьезно? Тут есть какой-то этот светильник, что ли, нет? Даже вот так вот видно, ну. Что это статуя Шекспира? Чё ты не видишь-то? Слепой ты, ёпты! Мне кажется, тут и даже если яркость убавить вниз на минимум. Один хрен будет видно, что это Шекспир. А чё не так-то? Почему ты его не видишь-то? Темно, что ли, типа? Нет, серьезно. Без света я ничего не увижу. Какого света? Света чего? В комнате свет надо включить? Он включен. Думаю, вот это выключатель электропитания. Серьезно? Это должно пролить свет на ситуацию. Не верится, что вы это сказали. Какого черта? Это мог Блэзер сказать. Это мог Блэзер сказать, а вот насчет Лэндона я хрен знает. Пролить свет на ситуацию. Кто светом балуется? Я не балуюсь. Где он? Думаю, 20 к 1 в третьем забеге. Чё? Нет, стоять на месте. Кто? Где ты? А? Ну, пусть. Ты попал, чудик, не усложняй сделано. Это что за парень такой? Почему он меня схватил? Думаю, достаточно. Это как тут он? Чуть-чуть он такой мощный-то. Да не надо меня в нос-то бить, ты чё? Охуя ты, блин, жесткий. Да мне нажал две. Софи, помогай давай. Сдавайся, милашка. Убедись можно и без кулаков. Я буду наслаждаться каждым мгновением. Блять, а чё у вас так много-то, алё? Ну задай-ка ему. Да ну это пиздец. Их четверо, ты посмотри. Четверо. Ты знаешь, как мне это нравится. Да без понятия. Софи, убивай нахуй всех там. Бля, по-моему, я труп. Роберт, на помощь! Чё Роберт-то сразу? Руки чешутся подраться. Роберт, блядь, умирает. Ну все, мне пиздец. Оставь ее. Сдавайся уже. Ну пиздец. Ну что, пей, дайте... Я сотрудник судебной полиции. А я ухожу. Я тебя не знаю. Какой-то козел заново появился, короче, и просто поднял их всех. Я тебе отвечаю. Так и было.
А где мои все аптечки? Сегодня просто не твой день, да? Не подходи к ней. Для драки нет повода. Так не говори, что у него ХП восстановилось. Действительно, что? А что это такое было-то? Да что происходит-то, блядь? Да идёшь ты нахер! Бля, вы издеваетесь? Идите нахуй. Все, я ушел, блядь, отсюда. Да ну чё закидал его-то, блядь, алло. Да ну нахуй вас. Ты меня вынуждаешь? А, блядь, игра, пожалуйста. Ну, блядь, что? Ты знаешь, как мне это нравится? Толкнуть. Толкни вон туда, блядь, и все. Я нажал кнопки все, что происходит? Че, я помер? Заебись. Охуительно, просто прям огонь, блядь. Ты, блядь, серьезно, что ли? Че? Че? Это насколько неадекватно сейчас было? Где чекпоинт это, блядь? Хоть один, блядь. Почему миссию всю с самого начала? Я ебу. Чё за бред-то? Ну ладно. Если я столкну светильник в воду, охранника может ударить током. Самодельный шаттл. Хорошо. Вот она, могила сэра Исаака. Тут пизду показано планеты. Расположение планет. Хорошо. Хорошо, все проскипаем. Что-то случилось, но не знаю, тут что внутри именно. Свиток. Поехали. Зомби-зомби. Почем, как дела? 300 рублей. А так все равно. Для драки нет повода. Взорвался. Привет, Георда, еще раз я. Да бля, кнопки, ну! Отстань от него! Действительно, что? Думаю, будет лучше, если вы меня отпустите. Да ну вот почему? Нахер такой длинный список кнопок? Вот зачем? Это не нужно. Я болею? Нет. Они говорили, что учителю бокс не нужен. Так не пойдет. А, тут дверь закрыта на замок. Ого. Хрена их тут наприходило. Сделаем так. Я просто пойду. Чем ждать его сейчас? Ну нахер. Ставрационный зал. Если я включу свет, то, может быть, отвлеку одного из охранников. И чем ты его отвлечешь? Ног сломал. Какого черта? Кто нормально. Со светом балуется? Блин, ну это обидно было. Как к стенке-то прильнуть? Да, давай поговорим.
Софи, блядь, чё ты села? Ты бесишь порой. Неужели вы поднимете руку на женщину? Ты попал, чудик, не... У нас заваруха, давайте все сюда! Ты дурак, что ли? Скользкий ты тип. Бля, он что, реально всех позвал? Можно и без кулаков. Софии. Там у дороги. Там у дороги. Ну, задай-ка ему. Думаю, достаточно. Спасибо, Варзай, за хвост. Привет. Да ну, блять, я думал, я бью. Алло. Пожалуйста, не трогай. Ты знаешь, как мне это нравится. Да без понятия, как тебе это нравится. Софи, защищай давай. Я должна убраться отсюда. Да ну почему кнопки-то не нажимаются? Алло. Пойдешь спать? Чё-то рано. Когда боль идет, ну, давай, Рамош. Отдыхай. Кнопки бесят прям. Слишком синхронно их надо нажимать. Оставь ее. Ей. Мало спала. Поспи. Хорош. Бунт! Буду драться. Сон или бунт? Неужели вам недостаточно? Да ну почему? Борзай. Если кто-то увидит его без сознания, он позовет подмогу. Влетай, Венга. Кноча? Что за кноча? Это может пригодиться. Думаю, вот это выключатель электропитания. Это должно... Мы уже видели, и тут почему-то сразу до хера народу пришло. О, не вынуждайте меня вас ударить. Может, ничья? А, ёба, ты чё делаешь? Софии. Разними нас, Софи. Спасибо, Софи. Я сотрудник судебной полиции. Сейчас доем и всем отпишусь. Да ладно. Ну, в следующий раз не отписывайся о том, что ты ешь. Хватит есть! Сдавайся уже! Ну что, теперь видно теперь эту статую? А то, блядь, до этого не было видно почему-то, я не знаю. Глупость какая. До сих пор не могу понять. Что ты не можешь понять? Плесенью. Мы должны его как-то счистить. Хорошо. Чистящие средства нужно найти, да? И чем чистить? Хватит не есть? Так я ем. Но я всем об этом не говорю, потому что это неприлично нихера. Да ничего, он злой, как собака, готов тебя забанить. Кошмар, представляешь, вот ты до какой степени его довела. Теперь мы можем туда шлифануть в эту подсобку или что там?
Танюш, до чего ты довел Варзай? Она уже сама хочет, чтобы ты ей мут кинул. Доводишь людей тут. Уай, тут, ну, ага, тут нужно другое ядрить. А куда тогда еще можно сходить? Кошмар. Бесмара. Ага, щетка. Может пригодиться позже. Ты ее взял хоть эту щетку-то? Взял. Осталось найти где-то какое-то чистящее средство. Там Ньютон, здесь вроде все, но там была дверь закрыта. У нас нет никаких ключей. Вроде нету. Куда тогда мы еще не бегали? Мы же не нашли это. Могу завершить дело без необходимых частей. Какого хрена? Может, пацаны дверь открыли? Я хрен знает. Не, ну там точно нет ничего. Справа вот здесь. Что-то упустил. Тут тоже плоскогубцы нужны. Да что за говно? Там, значит, около Шекспира где-то есть. Я упустил. Ну ок. О, господи. Ты подтянутый мужик. Ты, блядь, 10 метров не можешь пробежать, что ли, слышь? Кошмарный, просто кошмар. Кошмарный, вич. Серьезно. Ну ты же не будешь просто так чистить, да? Ты же по-любому мне скажешь сейчас, ай, нет, иди нахер. Не думаю, что нашел все, что нужно. Спрятаться за стеной зачем? Что было? Смотреть? Что смотреть? Книгу? Рунгильский кодекс? Зачем он мне? Я не буду его читать. Да что нихер? Или это был этот... приколюха да Винчи какая-то. Возможно, кстати. Ну, предметов его нет. Слушай, ну что за буйня-то? Предметов нет. Шпатель? Какой шпатель? Нет, не так. Белая краска. Че это? Не выйдет. Фу! Кусачки! Ага, блин! Кусачечки мои! Давай, зайди домой. Кусачечки мои. Кусатель жопки. Ай, хорошо. Теперь можно и туда сходить, да? Вот такой вопрос, куда сначала? Вот здесь ближе. Давай сюда. Вроде получается. Раз. И что здесь у нас?
слишком темно, я не могу понять, на что смотрю. Здесь есть какой-нибудь выключатель? Вот здесь темно, реально. Верстак. Опа. Нормас. Опять ты! Здорово, Metal Surge. Это не имеет значения. Как это нет? Это не то, что я ищу. Это не те дроиды. Нет, не так. Чего ты там подвинул? Не выйдет. Это не то, что я ищу. Иду, что ли? Нет, не так. Не выйдет. Ну что-то здесь должно разбор быть. Для очистки мрамора. Пойдет. Пойдет. И давай тогда сразу вернемся. И очистим сату. А потом в тот выгол сходим. Я надеюсь, они здесь заново не появились. Это же они там сейчас наподнимают. Ты же там никого не трогал. До сих пор валяются на полу. Хотя уже, похоже, не валяются. Все враги исчезли. Но заходи давай, чума, где бы. Чего? Чума? Если будет нужно, я применю силу. Да! Промах, Вася. Промах. Эй! Спасай меня! Для драки нет повода. Давай, давай. Пум-пум-пум-пум-пум. Да, блядь, почему нет-то? Нажимай, блядь. Лево. Право. Софи. Софи. Софи, блядь. Уберите от него руки. Я сотрудник судебной полиции. Хорошо. Пьяный наемник. Он без сознания. Давайте спрячем его. Проснется, смеху-то будет и совместить с щеткой. Теперь можно очистить памятник Шекспиру. Блять, мне кажется, там можно было и так прочитать. Теперь можно прочесть. Похоже на цитату из Бури. Что там говорится? Все башни гордые, дворцы, палаты, торжественные храмы, шар земной. Меган, привет. За всем, что есть на нем, все испарится. Ты букву поменяла в нике. Бесстрастное видение, следа не оставляя. Это как-то странно. Давай я. Мать моя, вот это пиздец. Я подправлю. Сейчас запишу, как твой ник пишется. Степеев. Ну это не сегодня уже. Меган. Меган. Ну, 2-4-2. Подправлю. Привет. Так, на палец Шекспира. Вроде следа от кольца. Да? Хорошо. Там как раз что-то про кольцо писали. Пойдем в другую дверь сходим. Меня убьют сейчас, и они мне скажут, что типа начинайте заново всю главу. Вот это будет вообще просто. Это мат будет просто. Бегать научись, ну! Господи, кто программировал, просто садист дикий.
Должно быть, я что-то упускаю. Тут реально не особо интересно бегать туда-сюда. Здесь загадки прикольные. Драки вообще чуть ни о чем. Хуба! Поэтому я и поставил изи драки. Нахер они мне не нужны. Они скучные. Что это? Как интересно. Но не думаю, что это связано с тем, чем мы заняты. Это может быть важным позже. Что я ищу-то здесь вообще? Наверняка мы что-то упустили. Домой поедешь скоро. Ищем снова. Неплохо, неплохо. Коробка. Что в коробке? Книжки, аптечка. Не понял. А чё мы всё пришли тогда вообще? Ради той статуи? Окей, это что такое? Вещь вроде полезная. Уверена, мы что-то упускаем. Так я полечу, что ли? Ты издеваешься надо мной? Брось! Брось! Че, экран сереет. Хорошее слово. Сереет. Мне хп мало, поэтому экран серый. Сейчас я полечился, теперь он нормальный. То есть здесь нихера нет. Здорово. Какую загадку мы должны решать дальше? Вопрос на миллион. Может, вот здесь? Здесь что-то вот тоже присутствует. Невероятно. Вы знали, что именно Чосер по праву считается отцом английского литературного языка? Про его поэмы люди в основном говорили на французском и латыни. Дедушка любил поэзию. Дедушка? Давайте посмотрим это произведение еще раз. А как на это все смотрела бабушка? Нам был указан стрелкою щита. Стрелку и щита. Нет, не видел. Это на латыни. Перевод похож на поэтический панегирик. Что это? В кентерберийских рассказах Чосера одну историю рассказывал рыцарь. В те времена рыцари не так уж разительно отличались от описаний, приведенных в легендах об Артуре. Разве что немного больше походили на наемников и обладали меньшим благородством. Кентерберийские рассказы. Вам понравится эта история Чосера? Бацкая ткачиха. Неужели? Тихо стало. Сестра монахини была настоятельницей монастыря. Конь! Как дела? Отвратительно. В этих рассказах также есть история о продавце индульгенции. Такие люди продавали индульгенции. Новый год на носу. За определенную плату. Значит, на небеса отправлялись только богатые? Иногда они разорялись до полной бедноты. К сожалению, платить приходилось именно беднякам. Эта история начинается прологом о продаже индульгенций. Да. Я говорю, Новый год на носу, а я нерв защемил. О! Здорово. Сюда надо что-то прикрепить. Набалдашник? Давай. Окей. Давай. Можно? У меня есть валанчик. Пойдет? Пойдет. Похоже, теперь эти буквы можно передвигать. Но передвигается для чего? Так, все. Не лечи меня, пожалуйста. Не лечи меня. О! Во-во-во, тусовка какая-то, смотри, надо забанить. Надо забанить, вот это да. Вот такого спама я вообще не ожидал. Класс. Так, я понимаю, слово пардонер, да? Будет. Пардонер.
Получилось! Хорошо. Что это? Похоже на кольцо, но оно слишком велико для пальца обычного человека. Это упомянуто в следующем стихотворении? Да, упомянуто, посмотрим. Конечно. О розе первым он нашел слова, и в ямбах пел любовь он и страдания. Однако в прозе ключ... Я не читаю. Я не читаю. Чтобы кольцу перевести дыхание. Я не читаю, не надо меня лечить. Рентген от лукавого. Меня все уже лечат. Я уже устал. Можно я сам себя полечу? Полежу там, не знаю, маски помажу себе спину и ногу. И все у меня хорошо будет. Все лечат. Да я знаю, кто ты. Че, у меня тут врачей, что ли, мало? Сидит каждый, блин, второй врач. Палец Шекспира. Надень ему. Одень, надень. Я знал, что это. Нацепи. Отлично подошло. Смотрите, что-то открылось. Каетка. Хорошо. Внутри. А это для чего? Взглянем на следующий стих. Сей дом построил тот, кто первым еще ребенком Англии стал править. И здесь он ныне почиет в блаженстве сладостном. Да, но для француженка. Помните, что слово, указанное бардом, освободить поможет другого короля. И другое слово, указанное бардом, это... Игра, ты угораешь, ты мне не даешь посмотреть? Серьезно? Темплар было слово? Темплар? Или Темпест? Темплар, по-моему. Проверк связи, тип ж мы профессионалы. Хопа! До свидания. Не-не-не. Нет. Не ходил. Я последний раз в кино ходил 2 года назад. Не фанат я в кино ходить. Я обычно дома сажусь и дома смотрю. И в 3D. Зачем я сюда пошел? И да, единственный кинотеатр закрыли по этому поводу, кстати. Здесь какая-то надпись. Шекспир. Как у Шекспира? А? Как будто создатель этой гробницы. Или они оба знали Саньера. Взглянем снова на стих. В смысле печально. Но помните, наоборот, что классно. Слово, указанное бардом, освободить поможет. Мне не нужно платить за кино. Пока что у каждой предыдущей. Чего там плохого, не пойму. И мне никто не мешает. Так, мне нужно. Мне надо вот сюда вставить дырку. Каятку. Окей. Зато ждать фильма по полгода. Мы сегодня сели только на эту тему разговаривали. То есть, даже если я куплю кино или игру, думаешь, я ее сразу же буду смотреть? Подходящее настроение. Так, ищем слово. Это Е? Тем... Ла... Темплер. Нет. Темплер? В
двух стихах упоминался какой-нибудь пароль? Да, упоминался. Стихотворение указывает на отмеченное слово. О, ты что, издеваешься, блядь, надо мной? Силька, ну это ты. У меня нет времени играть в другие игры. Так, латинская надпись. Не то, по-моему, да? Мария. Да ну и где? Шекспировский совет. Темплес. Храм. Окей. Ну, пиво оно такое. Корона. Интересно, что это? Похоже на небольшую плитку с короной. Хорошо. Это может быть королевской короной, которая описана в стихотворении. О чем следующее стихотворение? Роднёю приходясь Елизавете, свой путь барон окончил в Сомерсете. А его мать с солдатом убежала. Хоть рыцарем пленилась поначалу. Это большая королева. Группа людей. Да, но по аналогии с предыдущими стихами лишь один из персонажей является центральным. Король, королева, солдат. Так, подожди, ну-ка. Короны. Нет, это не то. Подожди. С загадкой. Да ну я прочитать хочу, алё. Ох, мать. Так можно? Полный свиток. Да ну? Ладно. На рандоме! Где было? Стоп. Не там, тут и не там, там точно здесь и вот тут часовня святого Иоанна, вот здесь. Смотрите, тут плитки с символами. Я знаю, и похоже, что одной плитки не хватает. Вот этой как раз. Да. Да. Так. Рыцарь, солдат. Королева. Так, королева. Барон. Рыцарь, солдат. Все как в стишке. Купи. Что это? Не знаю. Мне это немного напоминает щит на могилу Чосера. Прочтем последний стих. Осмысли все, что видел, и вспомни рыцаря, что прежде всех идет. Ньютон. Его могилу сфера увенчает, лишь только семя в лоно попадет. Это было лоно? То, что мы нашли сейчас. Неужели вы поднимете руку на женщину? Кто там, блядь? Ты откуда взялся вообще? Да ну ёпс. Это не нужно. Не хватает. Ой, я всё кувырком на... Ты знаешь, как мне это нравится. Игра напоминает фильм «Код да Винчи». Это и есть «Код да Винчи». Неужели вам недостаточно?
Да весьма динамичные вообще, прям ох-ох-ох. Когда более идет, все будет кончено. Бум-бум-бум. Вырубили пацана. Уходим. Так, здесь решили загадки. Да, остается Ньютон, да, и все, что ли? А где он был? Вот тут. Че, враги новые появятся? Он тут ходит. А че вы здесь ходите? Стоять на месте. Сюда, там. Я их нашел. Если будет нужно, я применю силу. Ох, мать! Это кто такой бежит? Чё-то я таких не видел. Роберт, задайте им. Женщина? Да ну бей! Женщина, займись тем чуваком, чтобы он мне не мешал, блядь, дура тупая. Блядь, ты серьезно? Помогите! Я могу и буду себя защищать. Помогите! Самая дубовая, короче, раскладка. Право, лево, лево, право. О, нормально. Трубчик. Так, не уничтожил, не знаю. Ты меня. Все бы обошлось. Вдруг пригодится. У меня большие проблемы. Насука. 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 Нравится? А почему он меня схватил? Не дайте ему покалечить вас. Я сотрудник судебной полиции. Мудила, блин. Да ну почему не сработало-то, алё? По идее он упасть должен уже. Почему вот он не падает? Да иди ты в жопу. Я столько ему дамага нанес, он до сих пор стоит. Мне там не скинулось. Отдыхай, ибо когда сейчас боевка. Тебе явно будет нехорошо. Так, верни мне цветность экрана. Мне не нравится играть черно-белым. Спасибо. Так, я так понимаю, что вот это нужно соединить вот отлично этим. Отлично подходит. Да. Вы слышали? Смотрите, ящик выдвинут. Внутри свиток, но у него не хватает половины. Да, у нас она есть, кстати. Последняя загадка. Все решит. От груза, тягот горя, оградит. Где вторая половина? В кармане у тебя, дебилоид. Додуматься не можешь, что ли? Отлично, ну? Подходит. Какое странное все же послание. Иногда помогает прочесть вслух. Последняя загадка все решит. От груза, тягот горя, оградит. И, наконец, семью ты обретешь. Ты все по фотографии поймешь. Соединение семьи. Роберт, кроме меня, вся моя семья погибла. Это было бы очень волнующее воссоединение. Но я думаю, ваш дед имел в виду нечто другое. Эти плитки должны быть уложены на целый свиток. А вы правы. Давайте посмотрим, в какую какие картинку плитки? Сложились плитки. Чего? Какие плитки? Чего? Чего, блядь? Что? Что? Что за говно? Пятнашки, ой, пятнашки, господи. Так.
наоборот. Нет. А что наоборот? Вот так. Так, сюда, сюда. Это низ. Это тоже низ. И это низ. И это низ. Где колонна пропала? Вот она. Вот так. Ага. Так, эти рядом должны быть, по идее. Откуда-то снизу должно быть. Где правая эта сторона? Что-то я не одупляю. Где правая эта сторона? Ну вот две выставлены. И еще-то. Что? Так. Нихера не так. И не люблю такие штуки. А вот это угол. Вижу. Вот это что ли? Ага. Ну ок. Тут местами поменять. Да? Соединилось нормально? Да вроде да. Вроде ничего выглядит. Здесь вроде тоже все собралось. Тут только что-то не то. Вот так наоборот. Так. Непонятно. Ну, собралось что-то. Цвета какие-то такие вообще не очень для мозаики, прям отвратительные. Чего там написано? Это храм. Роберт, храм. Смотрите, в плитках есть отверстия. Сквозь них видны буквы P-A-Y. E-N-S. Пайенс. Последний пароль криптексу. Гугу де Пейн основал орден рыцарей тамплиеров. То есть на этой картине должен быть изображен их храм. Что да. Или, знаешь, собаку какую-нибудь. Но, Роберт, белую. Человек низкий настолько, чтобы угрожать чьей-то жизни, недостойно узнать тайну Гааля. Не думаю, что у нас есть какой-то выбор. Тибинг мой наш друг. Если что-нибудь с ним случится... Да-да-да, в снегу. Достаточно. Боюсь, вы оба сильно запоздали. Реми, что я запишу опоздали? Себе. А, полагаю, власть здесь сосредоточена в моих руках. Мой пистолет укажет вам направление, куда ставить ноги. Идите. Мой пистолет покажет вам направление, куда ставить ноги. Стойте здесь. Если вы дорожите жизнью своей или ее, лучше... Класс. Надеюсь, вы не думаете, что я совершил это все в одиночку? Что? О чем вы? Реми, боюсь, твои услуги больше не нужны. Учитель. Прошу вас, поверьте, я вовсе не хотел вас в это вовлекать. Вы пришли в мой дом. Вы искали сейчас меня. Ли? Что вы делаете, черт возьми? Мы пришли сюда помочь вам. Как я и полагал. Нам многое нужно обсудить. Отпустите, Софи. Мы можем вдвоем все обсудить. Я дал вам криптекс, знак доверия. И боюсь, это все, что я могу вам дать. Вы не смогли разгадать. Я не боюсь, Роберт. Мне нужна ваша помощь. Надо отвлечь Тибинга, чтобы Роберт успел что-нибудь придумать. Тибинг не любит, когда против него обращают его же слова. Так, я думаю, вы сказали нам лишь достойный Тибинг. Полиция уже на подходе. С чего вы решили, что Роберт... Так, вот это первое.
Я думала, вы сказали нам, что лишь достойные могут найти Грааль. Посмотрим, сможем ли мы разгадать криптекс. Что? Да как вы смеете говорить такое? К вашему сведению, Грааль – дело всей моей жизни. Дело всей жизни. Если бы ваш дед не испугался открыть миру правду, всего бы этого не произошло. Но вот мы здесь, Роберт. Решение за вами. Но чего вы хотите добиться этим? Вверх. Ну как же, Лэнгдон? Вещь, которую я желал больше всего. Опубликовать документы Сен-Грааль, как это должен был изначально сделать Приорат. Если бы Приорат хотел опубликовать эти документы, Саньер бы это сделал. Но я обнаружил ужасную правду. Причину, по которой документы не были опубликованы в начале тысячелетия. В решающий момент истины Жак Соньер передумал. Чего это? Вы обвинили Саньера из-за того, что документы Сен-Грааль не были опубликованы? Такое. Погодите. Если за всем этим стоит Тиббинг, то смерть дедушки... Тиббинг все это спланировал. Сика! Кровь деда на его руках. Так, вы сами виноваты в том, что документы остались неопубликованы. У вас лежит вина убийства моего деда. Документы Сен-Грааля нельзя публиковать никогда. Вы сами виноваты в том, что документы остались неопубликованы. Вы сами виноваты, что документы не опубликованы. Просто смешно. Я опубликую их, как только Роберт сделает правильный выбор. Но чем Саньер мог вызвать недовольство церкви? Что-то я не то выбрал. Церкви, судя по всему, надо было второго выбирать. Давление на тех, кто угрожал ей разоблачением. Со времен Константина церковь постоянно утаивала правду о Марии Магдалине и Иисусе. Не стоит удивляться, что теперь они снова нашли способ оставить мир во тьме. Может, церковь уже не нанимает крестоносцев, чтобы истреблять неверующих, но ее влияние не менее сильно и не менее коварно. Крестоносцы? Постоянное воздействие? Коварство? Речь идет не просто о церкви. Неужели он такой лицемер? Он поступил так, как, по его мнению, не должна была поступать церковь. Вы не лучше, чем церковь. Церковь не имеет отношения к вашей больной фантазии. Вы не лучше, чем церковь. Вы не лучше, чем церковь. Сработало. Идем дальше. Так, вниз. О чем вы говорите? Вы обманом заставили Сайлоса и Реми работать на вас. По вашей воле они убивали людей, не разделяющих вашей веры. Но я вагство! Ты вагвар? Какая теперь разница, если вы стали в точности тем, кого презирали? Крестоносец вагвар! Нет, моя дорогая, вы представления не имеете, о чем говорите. И я то говорю. Я смогу свою точку зрения тем, о чем вы думали с Вальбером. На перекрестке. В течение некоторого времени ваш дед хотел поведать вам правду о вашей семье. Опачки. Откуда вам это знать? Мои методы невещественны. Сейчас вы должны понять именно это. Смерть ваших матери, отца, бабушки. У него пистолет. Брата была не случайна. О чем вы? Брата? Роберт, это все объясняет, все сходится. История повторяет сама себя. Церковь уже прибегала к убийству, когда пыталась утаить Сен-Грааль. История репетится. Убийство близких великого магистра было предельно ясным посланием. Тихо, иначе на очереди вы и Софи. Это просто догадки, но есть лишь один настоящий убийца. Даже если церковь убила моих родителей, он сам не лучше. А теперь успели. Вы действуете теми же методами. О чем вы? Мы не знаем наверняка, что случилось с моими родителями. Но мы знаем правду. Это вы убили моего деда. Моего. Он сам виноват. Он и его синешали обманули Сайлоса. Иначе я получил бы краеугольный камень без проблем. Разве мог я представить, на что пойдет великий магистр, чтобы обмануть меня и оставить краеугольный камень своей внучке? Человеку столь неподготовленному, что потребовались услуги няньки-символиста. Так это все ваших рук дело? Так или иначе,
Краеугольный камень добрался бы до Шато Вилет. Сайлас должен был украсть его у вас там без кровопролития, тем самым исключив вас из дела и оградив меня от подозрений. Но когда я увидел, насколько сложен код Сангьера, я решил, что вы должны принимать участие в поиске. Сайлас мог бы украсть краеугольный камень позже, когда я получил бы достаточной информации. Храм тамплиеров. Но вам все еще нужен козел отпущения. Этого нету здесь, я сейчас заметил. Приведший к чудесному обнаружению документов в Сангриаль. Боюсь, Сайлас слишком трепетно отнесся к работе. В настоящий момент он... Начальник Сайлоса. ...в руках полиции. А доктор Осьминог. ...известный член Манус Деи. Слушайте, вы слышите? Грааль говорит с нами сквозь века. Она просит о спасении от невежества Приората. Я умоляю вас обоих воспользоваться этой возможностью. Мы должны привнести клятву. Клятву верности друг другу. Рыцарский обет. Найти истину и подарить ее миру. Я никогда не поклянусь верности убийце моего деда. Разве что клятвой засадить вас в тюрьму. Жаль слышать это от вас, мадемуазель. А вы, Роберт, вы со мной или против меня? Я знаю, как найти ответ. Отпустите Софии, и мы вместе это выясним у могилы Ньютона. Я никуда не пойду. Этот криптекс подарил мне дед. Не вам его открывать. Но, Софи, вы же в опасности. Я пытаюсь помочь. Роберт, мой дед предпочел бы утирать эту тайну навеки, нежели видеть ее в руках этого убийцы. Стреляйте, если вам угодно. Я не оставлю наследие деда в ваших руках. Что ж, хорошо. Нет! Ли, одна мысль об этом, и я его бросаю. Этот блеф со мной не пройдет. Я вас слишком хорошо знаю. Неужто, Ли? Я одинокий рыцарь. Неужто, Ли? Неужто, Ли? Или неужто, Ли? Что за... И заставочка. Заставочка. Я помню, что здесь должна быть заставочка. Вжух! Уи! Тихо, он развалился. О, Фаш пришел. Как они узнали, что старика именно надо врать? В фильме-то это понятно. Потерян навсегда. Мы были почти у цели. Остался последний свиток. Один последний стих, который дал бы нам последний ответ. Тут, кстати, оригинальный похож на Тома Хэнкс. Звездами нашел покой. Часовня Розлин. Между делом. Последняя глава. О, эти божественные витражи. Они невероятно красивы. Гааль по древним Рослинам вас ждет. Ну, мы здесь. Что дальше? В следующей строке говорится о мече и сосуде, охраняющих вход. Угу. Поэтому, видимо, нужно искать символы меча и сосуда. Надо искать перерыв. Перив. Перив. Сейчас я вернусь, и мы продолжим.